Вместо огромной казармы на десятки человек теперь в Волжском спасательном центре МЧС уютные кубрики на троих военнослужащих. Новое здание соответствует всем современным стандартам. На каждом этаже просторная прачечная со стиральными машинами и гладильными досками. В солдатских комнатах удобные кровати, специальные места для берцев, сушильные шкафы, собственная раковина, душевая и туалет. Есть здесь и комнаты отдыха со свободным выходом в интернет, на каждом этаже тренажерный зал. Никита Евдокушев – парень спортивный, поэтому рад, что утреннюю разминку можно делать в самом общежитии. Там есть тренажеры для жима лежа, там есть и гири, и гантели. Ну, стандартный набор такого небольшого спортивного зала. Впечатление самое наилучшее. Все стало гораздо удобнее, размещение, ну, все сделано четко и без лишнего, все полностью максимально комфортно, оптимизировано для службы, я бы даже так сказал. В новом здании будут жить 145 солдат срочной службы. В гости к ним заглянул заместитель министра России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий Николай Гречушкин. Остался доволен. В казарме имеется все, что необходимо для жизни, быта, начиная от мест размещения, чайной комнаты. Ну, все вы это зайдете, увидите. Сейчас мы проведем торжественное открытие и желаю, как в новом доме, всем успехов и, главное, здоровья. Дальнейших побед на благо нашей Родины. Это новый формат, именно размещение военнослужащих, который позволяет добросовестно выполнять военнослужащему задачи, которые стоят перед ним. Почему? Потому что он проживает в комфортных условиях. Мы уверены, что создание таких условий приведет только к повышению качества выполнения задач, стоящих перед Волжским спасательным центром при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 2020 году ремонт ждет и соседнюю казарму, где сейчас живут 145 человек. Валерия Куценко, Максим Гусев, события.